Здравствуйте, на Атамикен Бизнес Новости. С вами Дмитрий Мачель, сурдоперевод Айсулу Байндин КЗ. Добрый вечер. В 20 часов в большинстве регионов Казахстана завершились выборы, и ровно в 8 вечера закрывается участок в здании Астана Опера. В здании Астана Опера, где сегодня голосовало множество жителей столицы. Что сейчас происходит на участке, расскажет моя коллега Кира Каниболоцкая, она с нами на связи. Кира, приветствую. Что сейчас на участке, расскажите. Да, Дмитрий, закончил свою работу избирательный участок номер 393. Здесь в обед проголосовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Опустив свой избирательный бюллетень в урну, он пожелал накануне праздника Наурыз каждой казахстанской семье благополучия. Однако традиционно комментариев для журналистов отказался. О том, как прошел избирательный день именно на этом участке, расскажет председатель комиссии Перман Турсунбаевич. Расскажите, как прошел избирательный день, были ли нарекания, в целом, как активность избирателей? Да, в целом сегодня избирательный процесс по участку 393 прошел очень положительно, можно сказать. Почему? Потому что именно хочу отметить, по 393 участку каких-либо конфликтных ситуаций, либо недовольства наблюдателей, доверенных лиц вообще жалоб не поступало. В принципе, до обеда у нас был большой поток, в утреннее время очень большой поток был посетителей, то есть избирателей. И получается, но после обеда она, естественно, чуть упала. И в настоящее время, вы как сами знаете, до этого говорил, у нас на участке находится 1972 избирателя. Из них, но вот на 8 часов проголосовало, ну, порядка 700 избирателей. В принципе, сейчас будем официально проводить подсчет голосов. В настоящее время вы сзади меня видите наблюдателей, доверенных лиц. Естественно, подсчет голосов будет проводиться при участии наблюдателей и доверенных лиц. Расскажите в целом, как будет происходить подсчет. О процессе, думаю, нашим телезрителям это будет очень интересно. Подсчет голосов, в принципе, здесь никакого секрета нету. В соответствии с законом, конституционным законом о выборах, я в настоящее время объявлю порядок проведения подсчета голосов. Естественно, мы, учитывая, что живем в городе Астане, подсчет начнем с маслихата. Это по партийным, далее одномандатные. Как мы посчитаем данный маслихат, мы перейдем, естественно, к мажилису. Также по порядку мы сначала посчитаем по мажилис по партийным и далее по одномандатным. Ну, естественно, также она будет проводиться при участии и посредством участия наших наблюдателей и доверенных лиц, и средств массовой информации, как и вы. Подскажите, по вашим личным наблюдениям, кто больше голосовал, мужчины или женщины, кто более активен в избирательном процессе? В избирательном процессе именно по нашему участку я сегодня заметил, очень много было семейных, приходили с детьми. Ну, были у нас определенные подарки. Мы поздравляли наших совершеннолетних, которые исполнилось 18 лет. Ну, что я заметил, очень было семейных много. Как был праздник, основным были семейные. Но я бы не сказал, что какая-то гендерная политика здесь есть, что мужчины больше ходят или женщины. Ну, я считаю, что поровну. Спасибо вам за информацию. Удачного и легкого подсчета голосов. Все, пожалуйста. Дмитрий, эфир ваш. Спасибо. Кира Каниболоцкая была с нами на прямом подключении.